И опять у тебя ничего не получилось. Собирай свои вещи, мы с тобой поедем в больницу. Ты меня жестко подставляешь, прям балабола делаешь. Из-за тебя там педаль ухожу, ну, ты просто сейчас тупой. Давай, короче, вечером наберу. Начнутся проблемы у меня, значит, начнутся проблемы у вас всех. Ну, если операция нужна, то я найду деньги. Только вы скажите, когда надо будет оплатить. Да, здесь чем раньше, тем лучше. В общем, я тут подумал. Я в деле. Привет. Привет. Можно к тебе подсесть? Да. Меня Регина зовут. Мадина. Очень приятно. Ты вчера, да, только поступила? Да. А я тут уже 3 месяца. 3 месяца? Угу. А чё? Блин, я думала, я тут максимум месяц буду. Нет, ты что, месяц — это очень мало. Ты потом, когда выйдешь, есть шанс, что опять сорвешься. У меня уже такое было. Но тут прикольно, не парься. Я бы не сказала. Просто тебе нужно какое-то время, чтобы привыкнуть, понимаешь? А потом ты сама поймешь, что быть здесь сильно лучше, чем юзать и все время творить какую-то дичь. Надеюсь. Привет. Обращай внимание. Короче, она странная. Ни с кем не идет на контакт, и с ней лучше на контакт тоже и не идти. Кто знает, какие у нее тараканы в голове. Ты здесь всех знаешь, да? Угу. Остальные классные. Так что не парься, тут реально прикольно. Сегодня же еще психолог будет. Сама со всеми познакомишься. Что не ешь? Ты кушаешь, тебе еще лекарство пить? Угу. Ну понятно, ты шефу сказал, что я там типа болею, а ну. Хорошо, сейчас буду. Буду. Время потяни, буду. Задолбал. Доброе утро. Доброе утро. Что случилось? Да шеф там звонит, задолбал уже. Это тот, который новенький, что ли? Да. Что говорит? Да что говорит, понты колотит. Там что, на работе все нормально? Все хорошо. Охранники мозги не парят? Ну, так, ну я разберусь, ничего страшного. И что мне скажешь, я разберусь. Этот, хорошо. Про наши отношения помнишь? Чтоб никто не знал. Конечно. До сих пор никто ничего не знает. Молодец. Все, я поехал. Ну, хотя бы позавтракай хорошенько. В следующий раз. С собой забери. Угу. Вы сюда? С собой забери. Вы сюда? Да. Веду я! Еду, звонда. Короче, знаешь, что клиент всегда прав. Угу. И нужно сделать так, чтобы ему было удобно, понял? Ай, б***ь. Дело мое. Сейчас, подожди. Сука, что-то попадает лично. Короче, запомни. Хороший кладмен, если клиент взял в одно касание. Нужно прятать в таких местах, ну там, чтобы никакие бабушки, дети, угу, собаки не нашли раньше времени клиента, понял? Понял. Самое главное, к
каждый наход с тебя деньги. Хорошо. Потом, как доположишь, сфоткаешь, отправляешь в общую группу, понял? Ну и координаты обязательно нужны. А как их делать вообще? Смотри. Вот. Заходишь в карту, вот видишь? Вот где-то как оставил, ну, допустим, давай, там, возле моего дома, да? Вот, видишь, координаты вышли. Нажимаешь кнопку «Поделиться», вот, хоп, и там отправляешь сюда. Понял? Вот так вот. Все. Ну, я постараюсь, блин. На словах легко, на деле хуй даже. Руку засунь под лавочку. Тот, пока мы с тобой базарили, я здесь закладку сделал. И там, когда кроссовок отправлял. Ну, ладно, не парься. Сегодня помогу тебе, покажу, что да как объясню. Окей? То, что тебе до этого говорил, то общие правила. Понял? Понял. Все. Теперь давай сфоткаем эти закладки. И дальше работать. Пойдем там с водкой. Заходите, здрасте, приходите в гости. Мясо доедаю, оставляю только кость. Серьезная встреча, время забито на 8. От тебя воняет мефом, блядь, иди помойся. Игрушка не детская, нарезаю кольца. Машина немецкая, мотоцикл японца. Отпечатки пальца никуда не скроются. Барыга не палец, хочешь познакомиться? Спала? Вообще неохота. Максимально себя чувствую. Ничего, нормально. Сегодня пробьемся, полегчает. Кайфанем. Ага, поскорее. Доброе утро. Чего кислые такие? Ема, Абайс. Чего ты не сказал, что у Айоки такие ноги сочные? Абай? Он не охренел? Да ладно, что ты, Айока? Ты что делаешь? Грабли убрал? Ты что творишь? Че он меня лапает? Ладно, Айока. Ты какого х**? Ты видел, что он творит? Заткнись, б**. На отсюда пошла. Вот это баба, блин. Ты с**шь. Братан, я не приборщил? Ты завязывай, блин, нормально все. Все хорошо. Чё ты на сегодня став пробил? Еще вот заказываю. За**ть. Кушать хочешь? Буду. Давай лапшу заварю. Давай. Только поострее сделай. Хорошо. Лицо не болит? Чего? Лицо не болит? Нет, нет, нормально. Чертило. Здравствуйте. Здравствуйте, Манос. Как ваши дела? Пойдет. Гзель Фархатовна, как состояние, мама? Как раз таки обсуждали сейчас, смотрели данные ее.
Пока состояние так же, без изменений. К сожалению, сегодня сделали МРТ контрольное. Отек сохраняется головного мозга. Спада пока мы не видим. И вот я вам как раз хотела показать вот этот сосуд. Здесь вот поражение. Сюда необходимо операцию провести обязательно. Из-за этой артерии у нее случился инсульт, получается. Но в целом говорить об операции пока еще рано, потому что, к сожалению, сегодня по анализам показатели ухудшились. У нее снизился уровень гемоглобина в крови, у нее показатели печени, почек, анализы повышенные. К сожалению, мы имеем признаки полиорганной недостаточности. Вы даже примерно не можете сказать, когда будет операция? К сожалению, нет, Манас. Я не смогу пока говорить. Уверена, что пока нет. Сложный прогноз на самом деле. А мама еще в реанимации, да? Да, пока она будет находиться в реанимации, до стабилизации состояния, до того момента, как она придет в сознание и стабилизируется показатели анализов крови. Можно будет к ней? К сожалению, нет, Манас. Нельзя. Вы же понимаете, у нее организм ослабленный совсем сейчас. Ей нельзя, чтобы была инфекция. Дополнительное. Как стабилизирует состояние, придет в себя, перейдем в палату, мы можем вас пропустить к маме, и вы будете рядом с мамой находиться. Но пока нет, нельзя туда. Хорошо. Спасибо вам большое. Да не за что. Вы, главное, не отчаивайтесь, Манас. Надеемся на лучшее в любом случае. Гюзель Фархатовна, у вас же есть мой номер, вы... Если что, звоните. Я по-любому по ночам не сплю. Да, конечно, я сохранила ваш номер. Я буду иметь в виду обязательно. Гузель Фархатовна, сізді срочно реанимацияға шақырып жатыр. Что случилось? Уйманбаева, синий код, остановка. Салам, брат. Салам, как ты, родной? Нормально, нормально. Че, во сколько сегодня встречаемся? Да как хочешь, мой сейчас подтягивается ко мне. Окей. Брат, че, я звоню, у меня к тебе просьба есть. Че там? Ща перезвоню, ладно, Жаник? Или давай я тебе при встрече расскажу, хорошо? Давай, давай. Давай. Привет, как дела? Нормально. Точно? Ты какая-то уставшая? Не выспалась. Че с лицом? Дай я посмотрю. Ударилась. Надеюсь, это не Абай сделал? Твои. Айока! Айока! С мамой все нормально? У мамы была остановка сердца. К счастью, нам удалось восстановить ее сердечную деятельность. Пока состояние крайне тяжелое, но подключили препарат, у нее давление держится на кардиотонических препаратах. А из-за чего это случилось? У нее нарушение ритма сердца было, фибрилляция желудочка, которая приводит к остановке сердца. К сожалению, такое бывает в таком состоянии. То есть это может еще раз повториться? Мы делаем все возможное. Мы подключили дополнительно антиаритмические препараты. Надеемся, что состояние стабилизируется, но она постоянно находится под наблюдением медперсонала, медсестер, врачей. Так что пока надеемся на лучшее. Пожалуйста, извините меня, надо идти, Манас. Спасибо. Ты уже успела с кем-нибудь здесь познакомиться? Ну да. Познакомился с одной девчонкой. Ну, вроде адекватная. И чё, как здесь кормят? Ну так. Не сказать, что вкусно.
Если хочешь, я могу тебе привозить поесть что-нибудь из дома. Не надо. Ты лучше пообещай мне, что я здесь недолго пробуду. Пожалуйста. Тоже странно. Как я тебе могу это пообещать? Это же врачи говорят. Нет, здесь можно пораньше забирать. Просто тут люди лежат по полгода. Это ж капец, я так не смогу. Хочешь, Мадина? Давай ты для начала здесь вот пролежишь и до конца долечишься. А потом посмотрим. Не бросай это дело на полдороги, пожалуйста. Окей? Окей. Сколько сейчас времени? Тебе же вроде на процедуру пора. А, да, блин. Я пойду. Ладно, иди. Ты напиши, что надо. Я тебе завтра привезу. Хорошо. Давай. Все будет хорошо. Не скучай. Окей. Если у Айдарика эти 5 лямов попрошу, а? Может, я не знаю. Ну, я ему расскажу, объясню всю ситуацию. Тем более, я же не для себя, а для мамы прошу. Я все отработаю. Не, я это понимаю. Но можно поинтересоваться? Короче, хуй, если честно. А у него же есть эти по-любому бабки, да? По-любому есть, конечно. Этот брат, позвони ему, скажи, я хочу с ним встретиться, с глазу на глаз пообщаться. Я все раскидаю, не переживай. Ладно, только давай денег там ем. А то палево здесь уже стоит. Ты главное не переживай. Раскидаем это дело. Я уже скоро буду. Да. Чё, кто это? Аёка. Чё, уже помирились, что ли? Да, конечно. Куда она денется? Чё, поехали за этой овцой? Поехали. Рахмет бы. Салам алейкум. Как ты? Нормально. Чё там, как мама? Еле откачали. Врачи говорят, что в этот раз повезло. Если приступ повторится, никаких гарантий не дают. А чё насчет операции? Ну, максимум месяц есть. Это в лучшем случае. Если не успеем, не знаю. Успеем. 680 тысяч. То, что собрали сейчас. Ты гонишь, что ли, Димон? Братан, запарил. Пожалуйста, возьми. Ты же для тети Гаухар. Ты же знаешь, она мне тоже как мама. Все, давай. Сейчас еще районовских пацанов напрягу.
Я думаю, Даляма где-то добьем. От души, Димон. Пацанам рахмет загонишь. Ты, кстати, думал, сели ты, что говорить? А что тут думать? Я не в том положении, чтобы с работы уходить. Бабки нужны. Да, то же самое. Тем более эти закладчики часто начали тут появляться. Искать не придется. Здесь их будем вылавливать. Да. Что тогда этой твари скажем, что остаемся? Что делать? Давай. Я пойду перекинусь. А что ты не хочешь? Нет, точно нет. Точно нет? Да. Все хорошо. Братан, в итоге врачи сказали, нужно срочно оперировать. И что? Сколько надо? 5 миллионов. Ну, если заплатишь больше, было бы еще лучше. Я все отработаю, честно. Хорошо. Чего не хочешь? А у тебя есть мяу? Конечно, есть. А что, Женек не давал? Женек? Братан, виноват. Сейчас исправим. Все, все, девчонки, пойдемте, пойдемте. Сейчас угощу вас прям, муа, понравится вам. Пойдемте, пойдемте. Давай. Ты там тоже ничего не хорошо? Хорошо. Давай, аккуратно. Опа-па-па-па-па-па! Ну? Денег занять, говоришь? Да, 5 миллионов. Хорошо, есть одно дело. Смотри. В основном нужно будет сгонять. Доставить товар один, там полкилограмма. В принципе, если ты это сделаешь, справишься. Я тебя займу. Ну и сверху еще 500 штук закину. Как это делать? Через кого передавать? За это можешь не переживать. Я тебе все контакты передам. Тут знаешь, что самое главное? Ну, чтобы ты спокойно, тихо прошел через досмотр. Если пройдешь, там тебя встретят. Че, как там? Нормально. Угостил? Пробует. Пробует, пробует. Что, новый дал? В принципе, думаю, получится. Я пронесу, аккуратно спрячу. Аккуратно? Угу. Спрячешь. Чего, Жанник? Доверять ему можно? Тоже кент? Конечно, братан. Тем более мама болеет. А я ему помогу, как технично все это пронести. Ну, если так, то окей. Тогда езжайте на склад, забирайте товар. Контакты я передам, вы сами там свяжитесь, время не теряйте, езжайте. Все, понял. Спасибо большое, братан. На здоровье. Здоровье, пока догоните. Кстати, Рената где наша? Там же, на месте. Я не понял, у меня товар простаивает. Она работать должна. Надо подсаживать новых девчонок. Мне не хватает их здесь сейчас. Окей. Ладно? Все. Ну, пусть работает. Закинь ей там, я не знаю, сколько, 5 грамм, 6 грамм, 10 закинь ей. Пусть все, ну, не знаю, протестируют там и придут новые девчонки. Все, я понял. Да. Позвать? Ну да. Все. Куздар. Динара. Или кто? Назым. О. Отдохнем или поработаем? А? Мы же... Ну что, подумали? Приняли решение? Да. Отлично. Я вас слушаю. Я остаюсь. Круто. Я остаюсь. Отлично. Бізде Хамид екеуміз қаламыз. Классно. Я ухожу. Хорошо. Тогда же лучше. Иди. А что с зарплатой? Это с бухгалтером решишь? Иди, у меня нет времени. Без проблем. А вы? Мы с Димой тоже остаемся. Классно. Итак, я хочу сразу сказать, все мы должны работать как единый механизм. И если вы все будете выполнять все, как я говорю, не будете косячить, я создам для вас самые лучшие условия. Договорились? Договорились. А теперь я хочу познакомить вас
с Аслабеком? С сегодняшнего дня это старший охранник. И если меня не будет, все вопросы решаете только через него. Никто не должен предпринимать каких-либо действий без его ведома. Вам понятно? Я не могу понять. Вы что все, разучились разговаривать? Я еще раз спрашиваю, вам понятно? Да, понятно. Отлично. Все, Аслабек, знакомься, внедряй свои правила, работайте. Салам алейкум, мужики. Салам алейкум. Как зовут? Алишер. Алмаз. Асхат. Хамид. Дима. Малас. Мужики, хочу вам сразу сказать, я не тиран, да, и нормальный мужик. Давайте расслабимся, пойдем в другой обстановке поговорим. Че, как твое состояние? Уже лучше. Стойте, подождите. Че такое? Сейчас проверим. Рещи, Рещи, давай, что ты как бабка? А? Смотри, кто тут. Да ну нафиг. И ты тут какого хуя? Вы тут какого хуя двое? Давай. Да нормально все. Эй, их же вроде, вас же вроде уволить должны были. Чего остались?